Что ж мы тут стоим? Пойдем ко мне, пойдем. Я в Гузар собралась. Отец умер. Вы знаете? Да, знаю. Там Усманбек побывал. Зверствовал. Это я виновата. Не добила пса. Все равно хочу съездить. Родных повидать. Дома побыть. Ну, съездишь ты в Гузар. А дальше что? Оставайся у нас. Банды бродят, боевых командиров не хватает. Иван Васильевич из конца в конец мечется. Ну, подумай, Майн. Хорошо. Я подумаю. А вернусь, обязательно зайду. Здравствуйте. 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 Здравствуй, здравствуй. Дедушка Назар, это вы? Майна, ну тебя не узнать. Я рада вас видеть. Как ваше здоровье? Я счастлив, что дожил до этого часа. Увидел тебя. Недаром мне под утро приснился хороший сон. Да, а ведь говорили всякое, что тебя будто в живых нет. Я им не верил. Слава Всевышнему, сберег он тебя, дочка. Взрослая стала, красивая. Ты как, насовсем к нам вернулась? Нет, еще дел много. Входи, милая, входи. Здравствуйте, тетя Ханифа. И как только на это хватило у тебя совести, это ты виновата в смерти своего отца. Ты опозорила его честное имя.